О, Господи. Катя. Катя, значит так, сейчас придет молодой человек, в принципе, очень неплохой вариант. Для вас, пожалуй, даже хороший вариант. Постарайтесь его как-нибудь очаровать, обаять, что ли, да? Я буду вести беседу, а вы пытаетесь как-то соответствовать. Ведите себя соответствующим образом, хорошо? Алло, вы готовы? Заходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я на встречу с девушкой. Нет, вы не на встречу с девушкой. А с кем? Точнее, даже не с девушкой. Вы на встречу со своей судьбой. Ну, хорошо. Прошу вас. Простите, а когда придет девушка? А? Она уже здесь. Это Катя. Спокойно. Спокойно сидеть. Спокойно. Спокойно. Вам очень повезло. Между прочим, Катя у нас модель. Модель? Угу. Модель чего? Дирижабля? Ну да, вы совершенно правы. Дело в том, что Катя немного не в форме. Она только что вернулась из отпуска. Шведский стол, сами понимаете. Но она уже садится на строгую диету. Рекомендую заказать что-нибудь у нас. Что вы будете, Катя? Я буду молочный коктейль. Какой коктейль, Катя, вы на диете? С печенюхами. Катя! А у него, смотри, глаза дергаются, как у меня, когда я долго на сварку смотрю. Ну, а вы что будете? А, понятно, что водку. Сколько? Сколько? Вот столько. Ну, боюсь, что столько у нас нет. Хорошо, я вас на минуту... Нет, я не могу вас оставить. Да. Я... Надо. Вот. Вот так вот, хорошо. Ага. Дайте руку. Ага. А что вы делаете? Как нужно. Крепкого знакомства. Это узы. Вот теперь я вас оставляю. Не надо. Попытайтесь как-то расположить. Что-нибудь расскажите легкое. Про да? кошку и каток? Что-нибудь полегче. А ты когда-нибудь видел... Как мусоровозка мусор собирает. Смотри. Заманчивое зрелище, да? Как у нас проходит общение? Ну, а где у вас тут можно руки помыть? А, руки там. Ага, там. Там. Стой, куда? Я еще не рассказала,
как мусоровозка мусор прессует. Да ну его, не компанейский он какой-то.